Намасте, намасте, друзья! С вами снова Ярослав Мудрый Воронцов. Так куда мне смотреть, какую часть камеры надо смотреть? Вот сюда, пожалуй. Друзья, сегодня у нас четвертое февраля 2017. Мое обращение к тем, кто хочет начать в понедельник 2017, 6 февраля, голодание. Мы начинаем с однодневного, двухдневного, трехдневного и до 7 дней. Вы можете присоединиться в любой момент. Лучше присоединиться с нами, начиная с понедельника, поскольку в понедельник, с понедельника идут ближайшие экадыши, которые очень хорошее время для голодания. Вот календарь, который у меня есть. Пожалуйста, посмотрели календарчик. И вот мы начнем голодать 6 февраля. 6 февраля, 7, 8, 9, получается очень хорошие дни для экадышей. Поэтому, если вы решили начать Новый год с тем, чтобы очиститься, то это одно из самых прекрасных периодов для того, чтобы это сделать. Я предлагаю присоединиться к нашей группе. Значит, мы создадим группу буквально... Вот воскресенье, да, воскресенье завтра она должна быть готова. Это будет ВКонтакте, скорее всего, прежде всего, и, возможно, также в Фейсбуке. Мы выложим там информацию о том, как подготовиться к началу голодания, как проходить по этапам каждый день. В этой группе мы будем обмениваться информацией, поддерживать друг друга, будем по скайпу общаться. Идея какая? Создать группу для того, чтобы создать такой маленький эгрегор, для того, чтобы друг другу помочь пройти этот нелегкий период. Голодание будет не сухое этот раз, только на воде. Окей? И травы. Вода и травы. Никакой еды абсолютно, естественно, не будет. Значит, для того, чтобы голодание проходило правильно, мы пригласим специалиста по... голоданию, лечебному голоданию, по вегана, вегетарианца Марию Орловскую. Надеюсь, она любезно согласится с нами и даст нам свои рекомендации, которые она давала, когда в прошлом году я был у нее на этом заезде, где мы целую неделю в Запорожье, под Запорожьем, там в деревне далеки от всех. Мы голодали, были на одной воде и травах. И надеюсь, у нас это также получится в этот раз. Поэтому, друзья, все, кто хочет вот испытать себя, попробовать себя, вот что такое голодание, всего лишь, в принципе, ну, 3 дня, ну, точно каждый сможет. Ну, не может 3 дня, ну, 1 день, ну, однозначно может. Что такое 1 день вообще без еды, даже забыл. Лег, день пробежал, проиграл, лег спать, уже сутки прошли, все, ты проголодал, вуаля, ты зарядился энергией, какой класс, и ты можешь поставить себе галочку, потому что ты, you did it, man, you did it, и ты чувствуешь, что ты стал сильнее, ты стал, ну, просто уважать себя будешь больше, у тебя больше энергии прибавится, таджеса, окей? Так, короче, дело очень простое. Итак, в понедельник, 6 февраля, мы начинаем голодание. Каждый это делает у себя дома, okay, или где он находится. Но для того, чтобы это было легче делать, мы будем общаться в группе, группа ВКонтакте. И также будем раз в день общаться вечером, скорее всего, будем после работы, будем общаться по скайпу. Okay? Будем делиться своими впечатлениями, своими... новооткрытиями, для того, чтобы все чувствовали, что ты не один, чувствуешь, что ты не один, что есть поддержка, и тебе это также поможет собраться. Окей? Значит, что нужно вам сделать? Вам нужно обзавестись кружкой, как она называется, кружка, медицинский термин, забыл. Короче, проще говоря, вот эта вот кружка для клизмы. Нужно будет промывать кишечник, вам нужно обзавестись водичкой, в день мы будем пить по 3 литра воды, и затем я выложу
в контакт, в группу те травы, которые нужно будет купить в аптеке. Окей? Вот, в принципе, все. То есть информация будет в группе. А сейчас самое главное – это настройка. Настройка на то, что вы это сделаете, у вас это получится. Ребят, тем более, ну, прекрасное время. Смотрите, еще, ну, просто грех пропустить. Посмотрите, пожалуйста, какие дни идут. 7, 8, 9. Акадовские дни, поэтому, ну, пропустить это никак нельзя. Очень благоприятно. И, в общем-то, сама Вселенная, небеса нам способствуют этому. Почему же нам это не сделать? Окей? А затем мы будем делиться этими впечатлениями, которые каждый из вас получит по опыту своего прошлого года, когда я первый раз проголодал неделю. Я скажу, что, ну, это просто замечательно, обалденно, ощущение, легкость. Я сбросил, у меня был мой боевой вес 71 килограмм, после недели у меня было 63 килограмма. 63 килограмма, guys. It was amazing. It was really amazing. То есть у меня мышечная масса одна, и жировая прослойка может процентов